Еретики, сектанты, они идут, и как им не прийти? Они идут, и как им не прийти? Вылазят, расширяются повсюду, меняют, приспосабливая стиль под Каиафа, Каина, Иуду. Угар, сорняк, моль, ржавчина, варьё, неистребимы, исконит литворны, энцефалитной крысой, тифозным комарьём влекут к погибели и к вечному позору. Они идут лавиной на Россию, всепожирающим затмением саранчой. Остановить их может Бог всесильный. Помолимся об этом горячо, помолимся об этом горячо. Когда работники уснули поутру, под зноем с опохмелья задремали, враг человек засеял все вокруг, разбрасывая оптом и помалу. Работники, попы, архиереи, прорвавшийся в правительство синод, не поле брани, пиршество в постели, и над всеми разжиревший кот. Они идут лавиной на Россию, всепожирающим затмением саранчой. Остановить их может Бог всесильный. Помолимся об этом горячо, помолимся об этом горячо. Лжеправославию кричу, раскройте уши, глаза протрите и стряхните сон. Вооружитесь, заряжайте пушки, да предводительствует нами Гедеон. Святоотеческим нетленным толкованием, блаженного умом Феофилакта, сокрытое и тайное в Писанье, на харизматов драные заплаты. Они идут лавиной на Россию, всепожирающим затмением саранчой. Остановить их может Бог всесильный. Помолимся об этом горячо, помолимся об этом горячо. Канонами, соборами огонь, ревностью спасения по врагу. Возлюбленные боевые кони, не спотыкайтесь в битве на бегу. Сектантскому напору мудрования, настырности лжи еретиков, противостать божественным писаньям, на спорный ответ всегда готов. Они идут лавиной на Россию, всепожирающим затмением саранчой. Остановить их может Бог всесильный. Помолимся об этом горячо, помолимся об этом горячо.